Глава государства сегодня посетил строящийся выставочный комплекс «Астана-Экспо-2017». Нурсултан Назарбаев ознакомился с макетами, включая международный тематический павильон, а также развлекательные обслуживающие объекты. По словам Нурсултана Назарбаева, необходимо построить комплекс вовремя. По графику его сдача запланирована на сентябрь следующего года. Кроме того, нужно определить, каким образом использовать объекты после выставки. Крупные мировые компании, международные банки и средства массовой информации, по мнению президента, могут заинтересоваться павильонами и обустроить там свои офисы. Напомню, на территории выставочного комплекса будет построено 38 объектов. В проекте задействовано 8 строительных организаций и более 3500 рабочих. Планируется, что объекты Экспо будут обеспечиваться зеленой энергетикой за счет силы ветра, солнца и других альтернативных источников. Объекты распределены, подрядчики подобраны, финансово обеспечены. Надо вовремя, качественно обеспечить завершение всех работ. Я уверен, что выполните задачу в назначенное время, в срок и с высоким качеством. И сама выставка должна пройти на высоком уровне, показать пример. Я вижу, что все проходит по графику, как мне докладывают. Однако есть возможность ускорить, как мы договорились. Вот сейчас уже началось благоприятное время. Активизировать всю работу, чтобы к зимним, к этим холодам закрыться, я так думаю. Потому что весь следующий год пойдет на внутреннюю отделку, доводку. И мы должны к январю 2017 года быть готовыми. Так задача ставится.